В Национальной библиотеке состоялась презентация книги под названием «Герой Польской республики» Ильмудзин Шугаибов. Книга повествует об участнике Великой Отечественной войны, легендарном командире танкового полка. За мужество и героизм, проявленные на полях сражений, он был представлен к множеству орденов и медалей. Автор книги Багудин Аджаматов работал над произведением полтора года. Чтобы собрать достоверную информацию, ему пришлось много ездить по районам, где жил и работал герой книги, изучать материалы в архивах. Как бы далеко от нас не уходили дни, вот эти трагические дни и в то же время героические дни, я думаю, мы не должны забывать те дни, чтобы для того, чтобы не повторялись те страшные дни, вот эти годы трагедии, мы должны рассказывать о этих героях, они должны помнить, чем это, даже самая победоносная война, она приносит людям горести, беды, поэтому... Тех героев, как бы далеко мы не уходим, мы не должны забывать.